Всем привет, с вами Алексей, вы на YouTube-канале The Watch, в том месте, где все на наручных часах. Спасибо за вашу обратную связь, за комментарии под нашим видео. Кстати, сегодняшний наш обзор по одному из ваших запросов. Проверьте, подписаны ли вы на нас в комментариях, пишите, что вы хотите видеть в наших следующих обзорах. А мы начинаем. Сегодня в нашем обзоре Citizen EcoDrive. Хотите верьте, хотите нет, но с брендом Citizen мы пересекаемся практически каждый день, так как Citizen выпускает не только наручные часы, но еще и различные вариации калькуляторов, огромное количество медицинских приборов и всевозможные принтеры, чековые, мобильные, термотрансферные. Ну и естественно, речь пойдет сегодня о наручных часах. За более чем вековую историю часов Citizen было много инноваций и открытий, но поистине знаковой была и остается технология EcoDrive. Вот о ней сегодня и поговорим. Как это часто бывает, всевозможные кризисы и глобальные проблемы являются двигателем прогресса. Именно так было и с EcoDrive. Нефтяной кризис 1973 года заставил людей более внимательно отнестись к альтернативным источникам чистой энергии. В свою очередь, Citizen в 1976 году создали первые в мире часы, которые работают благодаря энергии света, и назвали данную технологию EcoDrive, подчеркивая экологичность своей технологии. Эти часы могли преобразовывать энергию света, причем как прямые солнечные лучи, так и свет ламп накаливания. Излишки энергии поступают на аккумулятор, что позволяет часам работать и при отсутствии источника света. В общем, эти часы взяли себе все плюсы кварцевых часов и избавились от главного минуса – замены батарейки. В своих презентациях Citizen скромно заявляет, что вас избавляют от необходимости замены батареек. Это логично, так как она там отсутствует. Но и аккумулятор тоже не вечен. Но стоит отметить, что исправно работающий EcoDrive после 15-20 лет службы – это не редкость. Что касается экологичности, помимо того, что эта технология использует чистую энергию света, вы не загрязняете окружающую среду использованными батарейками. Так что если вам не безразлична наша планета и вы фанат кварца, EcoDrive – то, что вам нужно. И давайте перейдем уже к самим часам. Перед нами новинки, которые совсем недавно приехали в Украину. Не знаю как вам, но мне они уж очень напоминают одну из коллекций бренда Oris, а именно Big Crown Pointer. Вижу в этом ничего плохого, так как это разные весовые и ценовые категории. Этот дизайн мне очень импонирует. Начнем с габаритов. Диаметр корпуса 43 мм. Размер не маленький, но за счет выпуклого минерального стекла и винтажных очертаний на руке они смотрятся более компактно. В обеих моделях интересные циферблаты. Лично мой фаворит – ремешковая модель с зеленым циферблатом. Очень удачно подобран цвет, он не яркий, и так называемые солнечные лучи вполне уместны. Как в модели с зеленым циферблатом, так и в данной модели белая окантовка внутреннего ранта, на которой отображается четная минутная индикация. Для данной ценовой категории циферблат выполнен просто потрясающе. Циферблат не перегружен. На арабские цифры нанесено люминесцентное покрытие. Наконечник секундной стрелки и 12-часовая отметка выделены красным цветом. Окошко даты находится в районе 3-часовой отметки. Как по мне, оно маловато, но для Citizen апертура даты такого размера – это норма. Внутри данных моделей установлен Citizen-овский калибр 111 с запасом хода при полном заряде в полгода. Так что даже если на часы в течение этого периода не будет попадать свет, они все равно будут показывать точное время. А если вам все-таки удалось полностью разрядить солнечную батарею, просто положите часы под солнечные лучи, и они снова оживут. В обеих моделях корпуса изготовлены из стали 316L. В данной модели используется PVD-покрытие цвета розового золота. Рельефный рант и габаритная заводная головка продолжают винтажную тематику. Стальной браслет полый, застежка штампованная. Но на руке сидят комфортно, и для браслетных часов эта модель имеет довольно-таки легкий вес. Ремешок кожаный,
Ширина дужки 22 мм. Степень водозащиты в данных часах 10 атмосфер, так что контакты с водой им не страшны. И давайте подытожим. Citizen очень интересный бренд и достойный представитель японских часов на мировой арене. Эти модели – это отличное сочетание цены, качественных материалов и технологий. При ценнике чуть более $150 за часы на солнечной батарее, да еще и в столь интересном дизайне, ну это заманчивое предложение. Круто, что эти новинки приехали в Украину и наверняка они понравятся часовым фанатам. Но, к сожалению, Citizen в Украине и Citizen в мире на сегодняшний день – это разные бренды. Так как к нам не доезжают ни топовые модели, ни премиальные коллекции. Надеемся, что в будущем эта ситуация изменится. На этом наш обзор окончен. Всем спасибо за внимание и встретимся через неделю.